Чистота химкинских улиц под контролем. Уборка снега в городском округе идет в штатном режиме в соответствии с графиком. После обильных снегопадов три подрядные организации МБУ «Химдор» вывели на борьбу со снегом 73 единицы спецтехники. Для уборки закупили современное оборудование. Прометают и обрабатывают проезжую часть. За зимний период уже вывезли более 60 тысяч кубометров снега. С Нового года мы ввели круглосуточный режим диспетчерской службы. Теперь у нас принимаем заявки от жителей, от организаций более оперативно, на них отреагируем, реагируем и работаем с этими заявками. Тем самым мы улучшили качество работы наших подрядных организаций, ну и, соответственно, контроль. С начала работы службы в круглосуточном режиме операторы обрабатывают до 100 звонков в день. Если вы выявили нарушение в уборке проезжей части, можете позвонить в диспетчерскую службу МБУ «Химдор» по телефону 8-915-493-37-87. Проблемы обещают устранить в течение суток.